В Актобе ищут родителей 5-летнего мальчика. Его обнаружили в дачном массиве. Ребенок держал в руках пакет с собственными вещами. Сейчас Мейрбек находится в центре адаптации для несовершеннолетних. Его здоровью ничто не угрожает. Полицейские предполагают, что родители мальчика могли намеренно оставить его на улице. Обо всем по порядку. Айгуль Жамалова. 5-летний Мейрбек впервые на таком серьезном допросе. Сотрудники центра расспрашивают малыша о семье. Из скудных ответов становится ясно. Мальчика оставила на улице мать с пакетом вещей. Ты с кем пришел? С мамой. Мама что сказала? Ничего. Дала в руки пакет и ничего не сказала? Сказала, останься здесь. Плачущего мальчика накануне нашли прохожие в районе дачных массивов. Они же обратились в департамент внутренних дел. Сейчас 5-летний малыш находится в центре адаптации для несовершеннолетних. Его здоровью ничего не угрожает, говорят сотрудники ЦАНа. Мы отметили про себя, что ребенок создает впечатление, что он находится в нормальной семье, потому что у него хорошо развиты бытовые навыки, вот навыки коммуникации, например. Он очень быстро сблизился с детьми, сразу стал играть. Вот. И вот на сегодняшний день мы не можем отметить, например, какие-то там, негативные позиции. После поступления в центр малыша искупали и накормили. Чуть позже он поведал воспитателям, что жил в близлежащем селе. А в Актобе добрался пешком вместе с мамой. На ребенка из неблагополучной семьи он не похож. Родителей, со слов мальчика, знает, как папу зовут Талгат, маму зовут Кундуз. Сейчас полицейские активно ищут родителей мальчика. Их местонахождение по-прежнему неизвестно. Если кто-нибудь владеет какой-либо информацией о пропаже этого ребенка, просим немедленно сообщить в ДВД Актюбинской области либо в редакцию нашего канала. Айгуль Жамалова, Манжолет Магомбетов, 7 канал, Актобе. В Кызылорде задержаны двое граждан Турции, подозреваемых в хищении бюджетных денег. По данным финансовых полицейских, в 2009 году они занимались реконструкцией моста, проходящего через железнодорожные пути. Как установило следствие, мужчины предоставили заказчикам поддельный акт о выполненных работах. Таким образом, нанесли ущерб государству на сумму почти 80 миллионов тенге. Руководители товарищества Метин и Ердоган, зная, что работы по строительству объекта выполнены не в полном объеме, дали незаконное указание инженерам товарищества о составлении фиктивного акта. Сейчас в отношении задержанных заведено уголовное дело. Если вина иностранцев будет доказана, то им грозит лишение свободы сроком минимум на 1 год.